По предварительной информации, при испытаниях на Улан-Удэнском авиационном заводе с высоты более 10 метров на взлетно-посадочную полосу рухнул вертолет. Один пилот госпитализирован, второй отделался ушибами. По словам сотрудников авиазавода, скорее всего, у вертолета возникли проблемы с рулевым управлением и двигателями. Судя по видеозаписи, машина серьезно не пострадала. У нее демонтированы подъемные и рулевые лопасти, отсутствует шасси. Погруженный на тягач геликоптер не был окрашен, что свидетельствует о его первичных летных испытаниях. На наш запрос в пресс-службу авиазавода съемочная группа получила официальный релиз, а в интервью нам сообщили, что при ЧП никто не пострадал. На Улан-Удэнском авиационном заводе идет непрерывный производственный процесс, который включает в себя многоуровневые летные испытания авиатехники. Если в ходе испытаний что-то идет незапланированным образом, машина возвращается на доработку. Вчера один из вертолетов в ходе начального этапа заводских испытаний не смог взлететь на необходимую начальную высоту и жестко приземлился. Экипаж не пострадал. В причинах произошедшего разберется специальная комиссия, после чего они будут устранены. Происшествие осталось незамеченным. Местные жители привыкли к ежедневному шуму взлетающих и заходящих на посадку вертолетов и не видят в произошедшем ничего экстраординарного. Намсарай Намсарай, Булат Бадмаев, новости дня.